Сегодня вам суждено узнать страшный секрет. Зачастую мы видим в газетах, на телеовидении, в интернетах, как в третьем лице о священнослужителях говорят «отец». К примеру, службу провел отец Иоанн. Мы слышим об архиереях в третьем лице слово «владыко». К примеру, водоосвящение провел владыка Феодор. На самом деле это неправильно. Отец, а тем более отче, владыка в звательном падеже в форме владыко – это только обращение, которое употребляется исключительно во втором лице. Если вы хотите рассказать что-то о священнослужителе в третьем лице, то вы должны сказать: молебен отслужил иерей Иоанн, или протоиерей Иоанн, или священник Иоанн. Или, к примеру, монастырь посетил епископ Феодор, архиепископ Феодор, митрополит Феодор. Если это глава епархии, то можно сказать «правящий архиерей», но никогда не употребляйте «отец», «отче», «владыка», «владыко» в третьем лице. Это был краткий урок русского языка. Наконец-то вы узнали правду.